Нас, конечно же, не защищают. И нас тоже никто не защищает, потому что пока Россия не стала защищать, в кавычках, ничего подобного не было, и жители Донбасса так на убой не угоняли. А теперь их просто безжалостно истребляют, причем истребляет российское командование. Конечно же, государство, которое так относится к жителям региона, не защищает его, не спасает, не любит этот регион, да, не пытается ему помочь, а пытается его уничтожить. То есть давайте называть вещи своими именами. То, что мы видим, это и есть реальное отношение России к Донбассу. И это должны знать все. И это необходимо доносить до вообще мировой общественности, не говоря уже о том, чтобы доносить до людей на постсоветском пространстве. Поэтому, друзья, поделитесь видео, обязательно подпишитесь на канал, а также оставьте комментарий к этому видео, поставьте лайк, чтобы оно получило больше охват и больше людей посмотрело и узнало, что на самом деле происходит на Донбассе.